Так, вот такая моторика задних лапок у мальчика. Обработали все живой кожей. Вот, он очень крепкий и хороший. Кстати, смотри, пробил, он будет еще сейчас грызнуть. Вот, и надеемся, что теперь это поможет. Сейчас мы оденем ему колготочки, чтобы он ползал и больше не стирал лапки. Вот, в 19 числа повезем малыша к хирургу. Пока вот такие новости. Да, маленький, все хорошо.